одинцовские единороссы собрали книги для жителей Донбасса. Акция прошла в рамках партийного проекта «Добрые дела». В ней приняли участие депутаты окружного совета Ирина Грабарчук, Владимир Жандаров, Павел Чемурлиев и Михаил Солнцев. Сбор проводился в Одинцовской библиотеке номер 3. Далее книги были переданы в пункт приема помощи для беженцев, который располагается по адресу Можайское шоссе, дом 38.